Спонсор показа Philips. Раскрываем бизнес-потенциал индустрии здоровья. Повестку, вот как бы вы сформулировали вот на этот год? Потому что многие говорят, что ее нет, она подвешена, все чего-то ждут. Не такая негативная, как 2 года назад и год назад, но при этом и позитивно ее сложно назвать. Вот вы как бы определили? Ну, вы знаете, мне кажется, определение позитивности или негативности зависит от того, кто это определяет. А вообще, наверное, главная повестка, я бы сказал, наверное, возвращение. Возвращение к чему? Возвращение на рынок, на мировой рынок, стабилизация отношений, потому что в этом году, в отличие от прошлого года, очень большое присутствие иностранцев. И большие делегации, вы видите это. Поэтому я думаю, что это такой, наверное, после 2 лет очень сложных, это первый год, когда начинается, что ли, возвращение России на глобальную арену.